Александр Ткачев вместе с Эклстоуном проехались на гольф-карах. На таких, кстати, могли передвигаться все гости «Формулы» в Сочи. По словам Эклстоуна, после заезда нужно будет проанализировать гонку, особенно если появятся какие-то недочеты. Хотя даже погода в Сочи, вопреки прогнозам синоптиков, оказалась идеальной для пилотов и зрителей. Нам за 10 дней говорили, что будет дождь. 3 дня назад сказали, что будет солнышко. Finally we were told that it will be sunny. Погода не могла быть лучше. Но если с погодой все-таки повезло, то в остальном, отметил Александр Ткачев, на Кубани сделали все возможное, чтобы провести королевские гонки на высочайшем уровне.